Доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что, с днем Великой Победы Советского Союза над Вермахтом. И что ж, сегодня я вам вот что показываю. В общем-то, конечно, этот крытый двор – это нечто. Посмотрите, мы ходим по двору самому настоящему. Какой дом? Смотрите, вот видите, даже мансардный этаж. И тут такая крыша стеклянная. Зачем это придумано? Как вы думаете? А прикиньте, что это все закроют и устроят полную герметичность. Вот тут эскалаторы. Почему-то без датчиков. Эскалаторы только наверх. А вниз только пешочком спускайся. Ну что же это такое? Ну как так? Видимо, просто создатели этого торгового центра позаботились, чтобы мы побольше пешком ходили, чтобы пробежка была, пробежку делали, да? Ну тем более, видите, что тут. Чтобы гиподинамии не страдали. Да, кстати, ограждения здесь совершенно никудышные. Пьяного теста они могут не выдержать. Любой подвыпивший гражданин, даже моего маленького роста, может спокойно опрокинуться и дальше стать жертвой гравитации. И сами понимаете, что тут гравитация поработает не только против него, но и против многих других. Вот еще вам... Как тут красиво. Да. Ну что ж, что там, как лифты поживают? Лифты тут фирмы Otis. Да-да. Так что, видать, детали для этих лифтов через Турцию завозят. Хотя, если конечно, это не китайский филиал этой самой фирмы. Кстати, вот посмотрите на эту лесенку, да, зайти на эту лесенку вечером и полюбоваться салютом, да, жаль, не пустят. Ну что ж, пока едем в лифте фирмы Otis, разрешите обратиться. Огромное спасибо и хороших заработков тем, кто поможет любой копейкой, хотя бы на сигареты. Помочь можно по номеру +739 869 9591. Банк на ваш выбор. Ну что, а теперь топаем по центральной части торгового комплекса. И вот куда мы сейчас упремся. Кажется, мы пришли в еще один крытый двор. Да, именно так. Вот так и только так. Мы в еще одном крытом дворе. Правда, уже заметно модернизированном. Вот тут Ямагучи, как обычно. А если говорить нарицательно, то массажное кресло. Ну что ж, а теперь отправляемся в святую святых этого ТРК. Вы еще не поняли? Welcome! Знаете ли, кажется, тоталитарная диктатура здесь поработала. Все чисто, все в порядке. Никакой грязи. А уж тем более, прошу прощения, дефеката. Ну, еще такой задел под советский стиль. Правда, это не дерево, это ДСП. Но все равно прикольно. Ну, тут вот писсуары с датчиками. Ну, причем, как эти датчики работают, я не очень помню. А вот краны без датчиков. А классический смеситель настраивай как хочешь. Вот вам сушилочка IPX-G. Помоечка удобная. Ну что, пойдемте дальше глядеть. А вот эта часть двора уже открытая. Хотя, может, в перспективе тоже стать крытой. И посмотрите, что там творится. Ого, это уже чистый ад. Даже вот эти швалера видны. Но тут все как надо. И вот посмотрите это.
задняя сторона Владимирского пассажа, которая выходит во двор. О, посмотрите на эти вытяжные трубы. Какие они огромные. Вау, красота. А не то, что тут. Облупилось все, что можно. Ну, правильно, это же не торговый центр. Ну и тут, конечно, довольно прикольно. Вот тут все как положено. Демократично, цивилизованно. Что ж, спасибо всем за внимание. А вот посмотрите, какие тут хитрые побоечки. Непонятно, они вообще подо что? Под мультилифт или под пресс-бункер? Но... А, вот оно как хитро. Обычные контейнера для пресс-бункеров. Только вот так вот они сделаны. Хитро. Да. У каждого контейнера свой гаражик. Да, это гениально. Ну вот, с соседнего двора, вот, кстати, задняя часть метро Достоевской, ссылочку на ее обзор я оставлю в описании. Вот посмотрите, как выглядит этот же Владимирский пассаж. Даже в кадр не помещается такая огромная, почти капитальная стена. А вот, вот этот Владимирский пассаж. Собственно, с Владимирской площади. Замаскировался! Как снайпер. Такое чувство, что здесь обычный жилой дом. Но, как вы видите, никаких клоповников тут не осталось. Огромное спасибо всем за внимание. Спасибо всем за просмотр. Снова с праздником победы Советского Союза над Германией. Ставьте лайки, пишите комментарии. А если видео очень понравилось, то посмотрели сами, передайте другим. Буду очень признателен за репосты. До новых встреч.